Кристина, Настя и Витя живут в новой семье 4 года. Первой в доме супругов Панкратовых появилась Кристина, ей сейчас 8 лет. Марина рассказывает, первое, на что обратили внимание при встрече с девочкой, это большие грустные глаза, которые с тех пор сильно изменились. Теперь счастья в них стало больше. Вот заводят нам, кукла, наверное, 70 сантиметров роста, и вот эти глаза. А мы решили, на руки брать не будем. Вот зайдет она в комнату, мы на руки брать не будем, все посмотрим и решим дальше. Вот когда она зашла, плевала она на наши рассуждения, она мимо меня, к Володе, на руки села и уснула. Мы с ним друг на друга посмотрели, ну какой-нибудь, все. И сама, так считай, нас и выбрала. Идея взять семью детей принадлежит Марине. Собственные сыновья у Панкратовых давно выросли, жить для самих себя стало неинтересно. Да, я их не считаю какими-то приемными, все наши, все свои, я им папа. Ты любишь папу? Да. У Вити по-настоящему мужское увлечение – футбол. Гонять по двору мяч может часами. Впрочем, настольный футбол сражаются всей семьей – мальчики против девочек. Семилетняя Настя – настоящая звезда Ютуба. Родители выложили в интернет, как девочка поет и танцует для воображаемой публики. Но Марина и Владимир уверены – Настя – будущий врач, очень уж чувствительна к боли окружающих. В этом году девочка пошла в первый класс. Мы сегодня обещаем всем примером быть во всем. Выпускник, мы точно знаем, мы тебя не подведем. Наш первый, самый-самый, звени-звени звонок. Домой идите, мама, пора нам на урок. Больше всего Панкратовы любят семейные путешествия. Наблюдая за тем, как растут Кристина, Настя и Витя, Марина Панкратова вынашивает новую мечту, рассказать о которой супругу не сразу решается. Я от мужа отодвинусь. Дети выросли, уже много внимания не требуют, а силы еще есть, энергии много. И ну надо еще четвертого. Виктор Буров, Дмитрий Парахин, Вести, Акасия.